Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. И расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. Ура! Наконец-то хорошая погода. 29 апреля в Самаре официально стартует летний велосезон. Сбор всех желающих в 8:30 на площади Славы. Колонна стартует в 9:30 и поедет по городу до Воронежских озер. Там с 11 часов начнется большой праздник. Живая музыка, конкурсы, эстафета, соревнования беговелов. А в 13:30 начнется вторая часть велопробега. Колонны поедут до Лесной Поляны в районе поселка Курумыч. На поляне в 20:30 все приглашаются на просмотр кино под открытым небом. А в Самарском университете в эту субботу пройдет фестиваль науки. Сразу на двух площадках всех неравнодушных ждут научно-популярные лектории и выставки на темы «Науки о жизни», «Авиации», «Космос», «Техника и инновации», «Гуманитариус» и «Экономика». Там также разместятся интерактивные выставки, будут проводиться мастер-классы, квесты, игры и химическое шоу. Самое интересное, на фестиваль приедет научный журналист, писатель и блогер, биолог Александр Панчин, который расскажет об эволюции и основах магического мышления. Вход свободный, время работы фестиваля с 10 до 17:00. Межвузовский гуманитарный музейный центр, адрес Академика Павлова, 1, и музей авиации. Авиации и космонавтики имени Королева, Московское шоссе, 34А, корпус 3. В музее «Модерна» открылась выставка «Альфонс Муха» и «Линия Модерна». В экспозиции представлено 14 плакатов, афиш, декоративных панно конца XIX века, авторства величайшего художника стиля ар-нуво Альфонса Мухи. А добавлять настроение выставки будут удивительные предметы в стиле «Модерн» из фондов художественного музея. И, конечно же, интерьеры дома Курлиной создадут свою атмосферу. Адрес музея «Модерна», улица Красноармейская, 15, суббота и воскресенье с 10 до 18:00. Еще одна выставка заслуживает вашего внимания – «Буква, слово, каллиграфия». Художественный проект посвящен тысячелетней истории европейской письменности. Экспозиция рассказывает об истории развития почерков и шрифтов, об их самых значимых изменениях, начиная с 8 века. Галерея «Новое пространство», Самарская областная библиотека, проспект Ленина, 14. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!